Пристальное внимание курян приковано и к ценникам на продукты питания. Интерес не праздный. Некоторые торговые сети не раз отметились повышением стоимости товаров. Для покупателей в регионе работают горячие линии Управления Федеральной антимонопольной службы и Комитета потребительского рынка. Каждый курянин может сообщить о случаях роста цен, а власти обязуются оперативно отреагировать на сигнал и по возможности исправить ситуацию. Номера телефонов горячих линий вы сейчас видите на экране. По данным специалистов, основная причина нынешнего роста цен – это продовольственная инфляция в целом по России, плюс сезонные колебания стоимости фруктов и овощей. В зимний период у нас затраты на хранение увеличиваются, потому что надо хранить ее в определенных условиях, овощную продукцию, надо транспортировка, затраты увеличиваются, потому что возится ее с соблюдением тепловых режимов. В настоящее время у нас сократилось количество звонков по сравнению с где-то октябрем, ноябрем прошлого года. Тем не менее, звонки поступают, и сейчас, наверное, одним из больных вопросов является рост цен на сахар. Отмечу также, в нашем регионе цена продуктовой потребительской корзины остается самой низкой в стране. В декабре она составила 2601 рубль.